Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы рассмотрим налокотники, использовавшиеся в вооруженных силах США. Данные налокотники окрашены в стандартную для американской армии расцветку UCP. Чашечка изготовлена из ударопрочного пластика и выдерживает достаточно большие нагрузки. Она приклепана к мягкой основе при помощи четырех клепок. С обратной стороны в конструкции налокотников предусмотрена мягкая манжета, которая изготовлена из неопрена и предотвращает скольжение налокотников во время использования. К предплечью и плечу налокотники крепятся при помощи эластичной ленты и липучки. Данные налокотники очень прочные, легкие и удобные. Их главным преимуществом является то, что при использовании они не соскальзывают, как многие другие налокотники. Подойдут любителям активного отдыха и любителям различных военно-спортивных игр.